Народная газета празднует свой четвертьвековой юбилей. Казалось бы, появилась она совсем недавно. Первые номера помнят многие жители области, а календарь уже перевернут на дате 25 лет. Началась история «Народки», как с любовью называют свою любимую газету читатели, 11 января 1991 года. Именно в тот день тиражом в 20 тысяч экземпляров вышел первый номер печатного издания. Название было выбрано не случайно. В революционном 17 году выходила «Симбирская народная газета». Сегодня «Народная газета» остается верной принципам, заложенным с самых первых номеров. На страницах еженедельника находят отражение самое интересное, значимое и актуальное. Газета рассказывает не только об общественных событиях, но и сообщает своим читателям массу полезной информации. 25-й день рождения «Народной газеты» проходит под ее неизменным лозунгом «О главном». А главное – это люди. «Народная газета» пишет про проблемы простых людей, про то, что их интересует. Самое важное, актуальное, общественно значимое находит отражение на страницах нашей газеты. «Народная газета» идет в ногу со временем, она есть в интернете, на сайте, на своем. У нее есть свои аккаунты в соцсетях. Мы запускаем новые проекты, новые конкурсы. Видим, что они находят широкий отклик у читателей, а это самое главное, значит, газета будет жить. Менялись со временем периодичность и вид газеты, но оставалось неизменным одно – верность читателю. Выбор был сделан раз и навсегда, и традиции передавались из поколения в поколение. Потому-то многие рубрики и проекты «Народной газеты» пользуются большой популярностью у жителей области. «Народная 25 лет» – это песня. И поэтому юбилейный год мы провели с песнями, с народными так, хитами, которые просили нас, истории которых просили нас написать наши читатели. И выяснилось, что таких песен очень много. Пришло очень много душевных писем, в которых читатели рассказывали о том, как песня радовала их жизни, как помогала им, и как без песни было бы скучно и грустно жить. И вот в результате появился такой сборник, который так называется «Споем вместе». И я думаю, мы еще споем нашу песню, нашу газетную песню «Народной газеты» еще как минимум 3 раза по 25 вместе с нашими читателями. Спасибо им, спасибо песне. А свой юбилей журналисты «Народной газеты» встретили на рабочем месте. В среду выходит новый номер, и значит, оставлять боевой пост нельзя. Но и праздника себя не лишили. В этот день все причастные к выпуску «Народной» получали поздравления и подарки от своих читателей и почитателей. И отметили день рождения, как всегда, дружно и весело. Егор Титов, Андрей Полянский, новости Ульяновской правды.